Теме обеспечения безопасности, а также поддержания порядка посвятили и совещание с предпринимателями. Алексей Валов и представители надзорных служб района проинформировали представителей бизнес-сообществ о необходимости благоустроить территории вблизи торговых точек и предприятий. Напоминаю, что обязанность по уборке, содержанию мест, временной уличной торговли, территории, прилегающих к объектам торговли, это торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски и тому подобное, на расстоянии 30 метров, если расстояние прилегающей территории не установлено в большем размере, возлагается на собственников, владельцев или пользователей объектов торговли. Когда мы подходим к торговой точке, там, где предприниматель социально ответственный, там чисто. А там, где социально безответственен или сдал его в аренду, там, к сожалению, не эстетично, не чисто. И нам бы хотелось, чтобы требования, даже в таком малом количестве человек, услышали и понимали, что это наша совместная задача – город сделать привлекательным для людей. По словам Алексея Валова, необходимо привести в порядок также фасады зданий и рекламные конструкции. Выступил на совещании и начальник территориального отдела Роспотребнадзора Марина Голованева. Она коснулась тем нарушений в некоторых торговых точках и отметила, контроль за качеством обслуживания населения усиливается, и предпринимателям необходимо учитывать все аспекты этого вопроса. Вы все знаете о необходимости соблюдения закона о санэпидблагополучии, санитарных норм и правил и закон о защите прав потребителей. Уголки защиты прав потребителей у многих не оформлены. Книги жалоб отсутствуют. Также для того, чтобы поддержать лучших предпринимателей и активизировать деятельность отстающих, администрация объявила конкурс, состоящий из отдельных номинаций. Он позволит каждому предпринимателю проявить инициативу и наилучшим образом благоустроить свою территорию. Конкурс на ранней комиссии будет работать, и Дни города, вы знаете, в этом году щелкнул юбилей. Мы, соответственно, подготовим необходимое постановление, призы, будем вводить лучших предпринимателей на сцену, поздравлять, уважать.